Студия «Позитив» и компания «Браво» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Гад-гад-гад-городок». Здравствуйте. Вот ведь в Америке, кино есть. А, совершенно верно. В Америке кино есть, а дома кино нет. А ведь у нас в городке, по сути дела, кино нет. Да, у нас кино нет, а дом кино есть. И этот дом кино у нас такой тихий-тихий. И вот сегодня, приглашая вас в наш дом кино, мы хотим представить на ваш суд лучшие работы продюсеров, спонсоров, режиссеров, операторов, сценаристов, актрис и, главное, конечно, актеров. Словом, всех работников кино, которого нет. Дом кино нашего городка. Наша первая номинация посвящена, пожалуй, ключевой для кинематографа фигуре. Это киномеханик, человек, в нашем случае, безусловно, преданный кинематографу. Зовут киномеханика Вася. О! Где Вова пришел? Где Вовочка? Что привез, где Вова? Ужастик. А? Ужастик. Ужастик? Да. Какой? Тварь. Тварь? Ага. Я не слышу ничего, подожди. Ой, Вова. Все! Сам сапожник, заткнись, сволочь ты! У нас аппарат сломался. Все! Ремонт, 15 минут. Нате вам свет. Не реже, а. Что это? Зубки режутся? Спать не могу. Ужас мой какая. Мочи нету вообще. Я кому сказал заткнуться? Не режу. Заткнуться, сволочь. Дивова, а у меня когда зубы болят, я к врачам дорогу забыл. Не хожу, все. А кого ты ходишь? К жене, Диву. Вот ты сволочуга! Ты ж в Деда Мороза попал, к ребенку! К жене хожу я, к жене Деву. А при чем же жена? Вот смотри. А. У меня как только зубы болеть начинают, ну. Я иду домой, ну, к жене. Так. Мы с ней. А. В кроваточку ложимся. Так. Любовь, любовь, Деву, любовь, какая любовь! Все, ты говоришь, все. Я вообще про боль забываю. Все. Помогай. Только этим спасаюсь. Жена. Васенька, а она у тебя сейчас дома? Дома, девочка, дома. Дома? Ну-ну. Давай. Иногда, посмотрев какой-нибудь фильм, хочется воскликнуть. Это фантастика. А мне хочется воскликнуть. Номинация «Лучший фантастический боевик». Это было, есть или будет. Когда это случилось? Вчера, сегодня или завтра? И кто это или что это? Не знаем, то имя этому – тварь. Thank you.
Искусство кино. Кино об искусстве. Так и называется наша следующая номинация. Лучший фильм об искусстве. Гений и здоровье – две вещи несовместные. Ас Пушкин. Многие знают, что композитор Людвиг ван Бетховен, ну вот он, еще в молодости потерял слух и стал глухим. Стал совсем глухим и свою музыку писал исключительно по памяти. А? Да-да, иду! Кто звал? А? Но зато мало кто знает, что великий фламандец, живописец Рембрандт, к старости стал слепым и писал свои картины на ощупь. А где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Иду. Где? Опа! Вот, все, чувствуете. Легли. Так, вот так, легли. Ну, ничего страшного, так. Лежим, я все вижу. Лежим. Так. Знаете, я всегда говорю, что лучше один раз пощупать, чем 7 раз увидеть. Где вы? Где? Чувствую. Вот так, да? Почувствовал. Момент. Сейчас. Ну вот. Пожалуй, и все. Ничто так не красит картину, как художник. А кинокартину тем более. Номинация «Лучший художник кино». Скорее! Оу! Ну давай уже открывай свой гараж, сколько можешь ждать? Сейчас! Ну давай быстрее! Сейчас откроем, я быстро! Сейчас, я быстренько! Художник Гурченко. Любимая женщина механика Гаврилова. Художник Яковлев. Иван Васильевич меняет профессию. Без хорошего, грамотного, интеллигентного, образованного продюсера не будет хорошего кино. Поэтому у нас его и нет. Номинация «Лучший продюсер». Мистер Мэйн продюсер. Господин генеральный продюсер, мистер Макмаро говорит, что он просто в панике, потому что постановка на грани срыва. Все, что прислали американцы для съемки объекта «Склад», а именно масло, сахар, колбасу и другие продукты,
Все это до сих пор не оплачено. Поэтому поставку сигарет отличного, он говорит, качества. Для съемок сцены таможни сжигает контрабанду. Он осуществит только после закрытия предыдущей темы. Окей. А в противном случае придется ставить вопрос как о сворачивании наших партнерских отношений на этой картине в частности, так и о закрытии идей к продукции вообще. Он говорит. Вы поняли? Так что ты там мачешь, он базарит? Ну, короче, пахан. Ну, короче, этот фраер шепелявит за балагаз, рассыпуху и чехнарь, что оттабанили тебя в прошлом месяце, бабки до сих пор не оттягнули. Вот. Он говорит, что там, говорит, человек, говорит, Хрустов на один чих, но западло, говорит, вот так кидать по второму кругу. Он говорит. Ну, в задачке еще и солома есть крутая, да? Ясно. Да, но базар будет только тогда, когда по уговору отклиняешь. Иначе, говорит, хана. Один, говорит, будешь вариться. Так что кончай, гнида, Динамо крутить. Арик! Арик! Ну-ка стирать! Да, иду. Стирать! Иду, цыпленок. Стирать, там не постирано. Иду. Музыкальный фильм представляется, фильм Борис Годунов. Царь Борис Годунов услышал как-то мелодию композитора Франческо де Миланно. С тех пор он все время пел ее и выдавал за свою. Под небом голубым есть город золотой. Гуляют там животные невиданной красоты. Одно, как желтый огнегривый лев, другое, зол исполненный очей. С ними золотой орел небесный, высоковато, чей так светил взор незабываемый. Бояре называли Бориса Годунова просто БГ. А холопа и того проще. То Б назовут, то Г. В номинации «Лучший спонсор» безусловно побеждает наша любимая фирма «Браво». Господи, так и хочется крикнуть. Браво, браво! Спонсор программы «Городок» – компания «Браво». Артист без кино – ничто. Но и кино без артиста – ничто. Вот так из ничего и получается ничего. Номинация «Лучшая мужская женская роль». Простите коллегу, мужская тире женская роль. Нормально. Ну, давайте первую Дездемону. Давайте. Ирочка, давайте Дездемону номер один. Мотор! Сцена удушения Дездемона номер один пробуем. Можно? Можно? Обманщица! Умрет! Отсрочь на сутки! Умоляю! Сопротивляться! Только полчаса! Нет! Поздно! Дай помолиться! Нет! Поздно чересчур! Стоп! Спасибо! Ну? Лажа!
Да. Да, вяло как-то, скучно все как-то. Да? Лажа. Надо вторую. Надо. Давайте вторую Дездемону. Ельчика, давайте Дездемону номер два. Сцена удушения, Дездемона номер два, проба. Сейчас, перчатки, пожалуйста. Быстрее. Обманщица! Умри! Отсрочно сутки, отсрочно! Сопротивляться! Дай помолиться! Нет! Ну как это? Поздно! Как это поздно? Ну, ты поздно! Ну, полчасика! Нет! Поздно чересчур! Что ж ты делаешь? Стоп! Стоп! Спасибо! Ну что? Орет хорошо. Нет, ну вторая лучше, чем первая. Ну, просто первая хуже, чем вторая. Да? А, посмотреть ее поближе как-то. Да. Смотреться. Ты что, не снимал? Конечно, нет. Ты же оператор. Какой же, как ты, режиссер. Пойдем поближе ее посмотрим. Ладно. Ира, где эта Дездемона номер два? Бля, не... Где она? Вот это что ли? Все-таки ужасно интересно, что они там о нас думают. Они не только думают, они еще снимают о нас кино. Итак, мы представляем номинацию «Лучший иностранный фильм России». Кинокомпания «Лос Хулиганес» представляет фильм «Кремлевский мечтатель». Батеньки. Give me please a fire. У вас закурить не найдется? My cigarette, cigarette, fire. Give me please fire. Fuck you. Для вас, Владимир Ильич, всегда. Поют. Комрад Ленин. Товарищ Ленин. You have a lantern. Вы имеете фонарь под глазом. А, комрад Дзержинский, it's not a lantern. Товарищ Дзержинский, это не фонарь. What is it? Что это? It's Ильич's lamp. Это лампочка Ильича. А сейчас наш сюрприз. Номинация «Любимый фильм». Зовут Кюльчитай. В трудные и критические мои дни я открыла для себя Саида. За то, что он дарит мне чувство уверенности в себе. Еще я открыла для себя Абдулу. За то, что он подарил мне нетипичные для меня ранее чувство надежности и чистоты. Но главное... Главное – Сухов. Подвинь, Саид. Ой. Фух. Сухов. О. Жарко. Да, жара. Сухов. Чего? Дай закурить. Вообще вчера три пачки дал. Где они? Стреляли.
Какое кино можно снять с помощью скрытой камеры? Естественно, про шпионов. Случайного прохожего просим помочь. Объясняем задачу. По улице будет идти наш исполнитель главной роли агент, который знает, что за ним следит ФСБ. Что нужно сыграть? Подойти к агенту, назвать пароль в Сан-Франциско, все в порядке, предъявить разорванную фотографию и потребовать вторую половину. Агент будет делать вид, что ничего не понимает, что видит вас первый раз в жизни. За это он должен быть проклят. Пароль не знал никто, дубль первый. Да, самое главное. Никакого агента у нас нет. Им будет тоже ничего не подозревающий случайный прохожий. Привет от Лысого. Сан-Франциско, все в порядке. Пароль. Руку дай. Да не надо руку, вторую фотографию. Пароль. Тогда не надо. Сан-Франциско, все в порядке. Слава Богу. Да будь ты проклят, ты всех нас предал. Земляк, тебе привет Лысого. Сан-Франциско, все в порядке. Чего? Вторую половину фотографии. А где он? Пройдем до машины. Дворку сверли. Сан-Франциско, все в порядке. Пароль. А где делать вторую? Вторую половину фотографии. А где тебе возьму сейчас вторую половину? Земляк, у тебя же должна быть вторая половина. Явки провалены. Откуда у меня на... Я ее валю дальше. Откуда у меня? Нет у меня такой. Второй половины фотографии нет. Откуда она? Если у меня было, я... Будь ты проклят. Ты всех нас предал. Вам пример от Лысого. В Сан-Франциско все в порядке. Вторую половину фотографии. Пароль. Что, оглохло, что ли? Совсем не понимаешь ничего. Вторую половину фотографии. Пароль. Да будь ты проклят, приятель. Ты всех нас предал. Вам привет от Лысого. Да ты-то мне-то. Вам какой? Привет от Лысого. Ну что? Сан-Франциско, а все... Сан-Франциско, а все в порядке. Ну, раз. Вторую половину фотографии. Я-то вообще не знаю. Явки провалены. Вторую ну, половину что? Фотографии. Ну что? Ты-то мне-то как-то бесполезно. Сан-Франциско, все в порядке. Вторую половину ну, фотографии. Ты-то мне-то ни при чем. Вторую половину фотографии. Ты-то мне ни при чем. Будь ты проклят, приятель, ты всех нас предал. Ты-то мне-то как-то... Пароль так никто и не узнал. Дубль последний. Съемка окончена. И в заключении номинация «Лучшая песня нашего городка». Ну, вы уже сами догадались, какая. Thank you.